по тебе соскучился. Соскучился так, то, что я тебя достала? Так что ты можешь мне сказать об этом? Ну, слово достало, но ты знаешь, у меня в контексте. Нет, я не знаю. Не знаю, не понимаю, не хочу понимать. Никогда не пойму и не приму. Клянусь тебе. Никаким. Больше никогда не смогу сказать, запихнуть свое «я», еще что-то. Не могу. Никогда не позволю. Ну, я такой тиран. Все это преподнесла, достала телефон, как будто я маньяк какой-то, избиваю тебя. Я в шоке был на самом деле. Что ты такое выкинула вообще? Я снова виновата? Да я в шоке просто, что ты, вот у тебя рука поднимается на меня. У тебя поднялась рука меня схватить, когда я говорила, не трогай меня. Отвезти домой. Я никуда, нет. Я не говорю тебе, я никуда с тобой не пойду. У меня разные с тобой понятия. Понимаешь, я тебе... Разные понятия на фразу «не трогай меня»? Нет, с каким-то, как тебе сказать, посылом тебе больно сделать или что-то. Я и не воспринимала посыл того, когда ты говорил «пойдем домой», приказывая мне это, приказывая, как какой-то шавке, как собака, которая должна была побежать с тобой. И я тебе сказал еще раз, ты мой папа, ты моя мама, ты меня родил. Вторая половина твоя. Не-не-не-не-не. Если я твоя вторая половина, то ты со мной разговариваешь уважительно, ровно так же, как ты уважаешь себя. В агрессии? Да. Агрессия и так далее. Когда я по тебе соскучился, жду тебя целый день. Нет, если ты по мне соскучился, то ты мне не скажешь фразу «ты меня задолбала». Сидишь там с бокалом, занимаешься какой-то фигнёй, вот этот вот концерт устроила. Ладно. Стой, если ты ко мне пришла с этим... С чем с этим? Вот с этим. Ты мне пишешь о том, что... Вик, дура, я тебя люблю. Зачем ты устроила все это? Я лежу, мне больно. Я хочу, чтобы ты пришла ко мне и легла спать. Либо ты придешь сейчас, либо мы с тобой разошлись. Я пришла тебя по-человечески пожалеть, потому что тебе больно физически. Потому что я не гнилой человек, потому что твоя физическая боль... Если ты пришла, я не за этим и пришла. Чтобы мозги и привезти с собой Назара, чтобы, типа, тогда ты была в безопасности, типа, то тогда я мне... Я не пришла к тебе, тогда потому... мне этого не нужно. Можешь идти в женскую спальню. Это так не прокатит. А я не пришла к тебе, чтобы... Мозги, ты мне написал о том, что мне больно, о том, что у меня болит живот, и я пришла к тебе по-человечески, потому что у меня есть к тебе чувства, потому что я не могу. С Назаром. И что? Я к тебе пришла. С Назаром. Я к тебе пришла. Я такой опасный, ты ко мне пришла, ты слышала посыл сообщений, которые я тебе носил? Приди ко мне,